Если себе в убыток. А мы тогда, когда еще в ансамбле были, приняли ДЛМ, когда они делали этот бриллианты. Они сдохли. Этот, ну, мы хем-то у них забрали. Так, Начали алюминий бегать. это у нас чего? А, алюминий, электролиз, так, там 4 Где металла. где добыча его, начнем с этого. А, добыча эпоксида. Добыча боксита, да? Понял. Надо узнать его имя. Надо узнать, кто это был. Болит. Так, избиение это убийство, да? Да. Как бы в это было не картель, потому что они тоже любители на хронах полетать. Все еще рядом. Или КСС. Ну, на боксита сейчас проверим. Может, давайте его пусть он сядет, наверное. Он не сядет. Нифига себе. И это все одного человека, насколько я понял. Выходим. Здравствуйте. Это вы нам писали? Да, это мы вам. Что, да, здравствуйте, гражданин. Здравствуйте. Подполковник, князь, честь да, имею. Меня интересует данная личность на вертолете, которая была только что на переработке. Переработки. Вот мой товарищ, конечный алюминий, боксит и электролиз. Вот мы куда летаем. Нет, меня интересует, кто сейчас был на переработке алюминия, да, конечное производство алюминия. Ну, мы. Кто мы именно, имя? Сейчас скажу вам. Гвардиан. Гвардиан? Гвардиан, Фрик и Слэм. Они втроем? Ну, мы втроем. Я спрашиваю, кто конкретно сейчас был, 3 минуты назад там? Ну, так я там был. Минуты назад вот оттуда. Что, все втроем там были? Ну так вот мы втроем, мы вдвоем летаем вертолетами, обрабатываем и прилетаем туда, на КАМАЗ забиваем конечные алюминий. У вас человек есть там на производстве алюминия, да, на конечном? Да. Один, да. Фрик находится. Он сейчас там? Да. Да. Двумя фурами. Разница. Я понял, хорошо. Посмотрите, да. Посмотрите, вот за фуром там человек вооруженный. Ого. Во-во-во-во. Смотри. Ай-яй-яй.